Видео про мошенников в Архипово Осиповке, которые уже второй год собирают деньги с людей за размещение, за якобы размещение. Вот один из мошенников регулярно продлевает объявление свое, выставляет фотографии, естественно, домов и номеров, которых не существует, и говорит, что он находится на якобы адресе поселок Архипоосиповка, улица Гоголя, 29, и сдает там дом. Целиком дом и всего лишь по смешной цене за 74 квадрата 2500 рублей. Написать, естественно, нельзя. Как можно определить, что это мошенник? В принципе, несложно даже по первому взгляду. Так, где-то тут у нас что? Просмотрено объявление размещено. Так, стоп, назад. С приложения, к сожалению, посмотреть это нельзя. А вот если вы посмотрите с компьютера, то вы увидите, что этот телефон был зарегистрирован только буквально на Авито. До этого его не было. Сейчас мы посмотрим просто, кому принадлежит этот номер телефона. Сейчас запущу приложение, которое проверит, к какому региону относится данный номер. Так, и наберем на него. Сейчас мы запустим Авито, выберем якобы это. Я сейчас просто сделаю вызов, дабы не светить свой номер настоящий. Я наберу в итоге потом с другого. Вот этот номер телефона, кому он принадлежит. Смотрим. Билайн, Свердловская область. То есть Свердловская область никак не принадлежит Краснодару и Краснодарскому краю, тем более поселку Архипосевка. Соответственно, из этого мы можем видеть, что это какой-то номерочек-то не серьезный, какой-то подделочный. И вот я его набрал на другом номере телефона, но 963-038-4548, он никому не принадлежит. Это 100% то, что ни один полицейский его не пробьет. Сейчас мы позвоним и спросим, что нам скажут по этому номеру. В том году очень много людей попались на эти волшебные 2500 рублей. Слушай. А, здравствуйте. А, звоню вот по объявлению. Вот номера у вас. Ой, не номера, а домик. На август. Не на весь, на 2 недельки надо. Ну, числа где-то с 14-го ориентировочно, вот так. Ну, 6 человек. А адрес где находитесь? Как посмотреть? Какой? 29. Ага. Так, это я примерно сейчас пытаюсь понять. Я просто был в Архипово Осиповке. Это за мостом или до моста? Возле воды, да? Угу. Девушка, я вам хочу сказать, что я вам бронировать ничего не буду. Я вас буду банить на Авито, потому что вы указываете наш адрес. И, естественно, я вас буду бесконечно банить до тех пор, пока вас вообще там не закроют. И в том году приходили люди, и в этом году я буду вас банить. Слышите меня? Вот так вот мы поговорили с мошенницей. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня у нас 20 марта 2017. Уже целая куча народу звонит и спрашивает якобы домики. Всем добра.